Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и Мопро 7. Более 100 вкусов мороженого на фабрике «Артика». Единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на Спасскую, 15. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы юных открывателей, бабушки и дедушки юных открывателей. Мы начинаем нашу недельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на «Эхо Москвы» в Кирове. Напоминаю, все, что происходит на студии, вы можете видеть на экранах. Для этого нужно зайти на наш сайт «Эхо Кирова.ру» и перейти по вкладке справа. Такая вкладочка «Веб-камера в студии». И можно будет увидеть все, что происходит здесь у нас. Ну и также не забывайте, что вы можете нам позвонить в студию по номеру 211-101 и ответить на те вопросы, которые мы будем вам задавать. Меня зовут Николай Голиков. Помогать сегодняшнюю программу вести мне... Помогать вести программу мне будут Ева Кравцова. Ева. Привет. Привет. Миша Голиков. Привет. Привет, Михаил Николаевич. Саша Копылевич. Мяу. Вот. А еще у нас сегодня в гостях Дмитрий Колодкин, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Доброе утро. Доброе утро. И как вы уже понимаете, мы сегодня будем говорить о том, как правильно отдыхать на природе и не потеряться в лесу. Поэтому у нас сегодня в гостях человек из поисково-спасательного отряда. Ну и как, что делать, если вдруг кто-то потеряется, как быстро и легко добраться домой. Ну и, конечно, как всегда, у нас с вами, наши любимые юные слушатели, есть возможность выиграть прекрасные призы. Так что располагайтесь поудобнее у радиоприемников и приготовьте ваши телефоны. Ну что, мы начнем с чего? Начнем, давайте сразу зададим вопрос. Михаил, задай вопрос. По какому номеру надо звонить, если вы потерялись в лесу? Очень хороший вопрос. Есть общий номер. Не надо отвечать на вопрос? Не надо? Да, отвечать на вопрос будут наши слушатели. Отлично, я буду показывать. Значит, вопрос еще раз повтори, Михаил. По какому номеру надо звонить, если вы потерялись в лесу? Да, очень, если при этом связь есть, да. Отличный вопрос, ребята, вы слышали все, да? Так что пока готовьте ваши ответы. А у меня есть несколько вопросов уже к нашим соведущим. Вот, Саш, ты любишь ходить в лес? Не очень. Не очень? А было такое, что потерялся? Заблудился? Нет. Никогда не было? Да. Ева, у тебя был такой случай? Я просто в лес не хожу без родителей. Ты вообще в лес не ходишь? Ну, тебе сегодня будет самая интересная программа. Миш? Я потерялся однажды. Ты потерялся или с кем-то? Ну, я с дедом. А, ты с дедом. Да. И долго вы выбирались? Ну, полчаса где-то. Полчаса. А как выбрались? Дед не рассказывал? На основании? Дед по компасу. У деда компас был? Да. Вот, это уже нормально совершенно. Ну что, у нас уже есть звонок. Ева, принимай звоночек. Привет. Привет. Как тебя зовут? Света. А сколько тебе лет? 8. А в какую школу ты ходишь? Петербургский лицей. Петербургский лицей, отлично. Какой же ответ на вопрос? По номеру 112. Михаил, правильный ответ? Правильно. Правильно. Дмитрий, правильный ответ? Ну, правильный ответ, что это общая служба спасения. Общая служба спасения. У нашего отряда поисково-спасательный есть общий телефон, доступный для всех, бесплатный. Пожалуйста, 8 800 754 52. Еще раз, Дмитрий, повторите. 8 800 754 52. Ну, 112, конечно, запомнить легче. 112, конечно, запомнить. Ответ правильный, да? Да. Вот, а теперь мы сделаем что? Мы же забыли сделать самое главное. Мы забыли сказать, какие у нас есть призы. Ты хочешь приглашение или книгу? Приглашение. Приглашение. Какие есть приглашения, Ева? У нас есть приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки», «Маклина 30», «20 котов», «Мейн-кун», «Сфинкс», «Корниш Рекс», «Скоттиш Страйт», «Британские» и «Обычные», среди которых Юрий Губернатор. Хочешь на котов посмотреть? Приглашение на спектакль «Вечный двигатель» в Кировском драматическом театре 5 и 7 июня в 10:30 0+.
Приглашение на спектакль «Волшебное колечко» 6 июня. 6+. Приглашение на посещение собачьей деревни Мохнати. Приглашение в музей истории мороженого Арктика. Ну что, куда хочешь? Давай в Зоки. В Зоки. В Зоки? Хорошо. Ну, все нормально. Не клади трубочку, сейчас тебе расскажут, как получить этот приз. Ну что, Дмитрий, мы начали вроде бы не с плохого такого вопроса, да? Хороший вопрос, да. Вот. А вот давайте все-таки начнем с того, что как не доводить, может быть, дело до того, чтобы заблудиться в лесу? Нужно ориентироваться почему-то, например, оставлять что-нибудь, орехи или что-нибудь еще. Орехи? Да, я, например... Ёжиков кормить местных, да? Нет, я один раз ориентировался по грибам. Иду и вижу грибы. И запоминаю, где какой гриб, и возвращаюсь по этим грибам. А возвращаешься, все грибы уже срезаны, да, и какой-то человек с корзинкой удаляется куда-то там в сторону горизонта. Я возвращаюсь и сам срезаю эти грибы. Ага, то есть ты думаешь, что так вот ты один по лесу ходишь, и никто эти грибы без тебя не заберет? Папа. Ясно, с папой. Дмитрий, как все-таки правильнее вот себя вести в данном случае? Наверное, лучше всего перед тем, как вы идете в лес, подумайте, а вы точно туда хотите идти? Может быть, не надо? Потому что заблудиться в лесу очень легко. Конечно, мы привыкли смотреть на картинки в интернете. Красивый лес, высокие сосны, большие дороги, тропинки. Mm-hmm. На самом деле лес – это очень страшное место, где есть и буреломы, и завалы, и болота. И комары. И медведи ходят где-то еще. Лоси. Да, у нас в области есть и медведи, и лоси, и кабаны. И все это. Да животные. И волки бегают. И комары. И комары уж не комары даже. Вот. Поэтому, конечно... Вначале подумайте, а стоит туда идти вообще? Но если все-таки пошли. Ну, мало ли, нужно. Ну, нужно. Ну, да. Например, да. Это для пиццы грибы. Для пиццы грибы. Да. Хорошее дело. Понятно, что одному идти в таком возрасте нежелательно, да? Лучше идти со старшим. Ну, хотя бы с папой. Ну, или с дедушкой, вот как спас Михаила дедушка. Обязательно. С компасом. Или с собакой. Или с собакой, да, почему нет? Может быть, и вы видят, да. Но для того, чтобы не заблудиться, конечно, вот мы для себя какие-то вещи знаем, что их надо с собой взять в лес. Вода. Подождите, вот давайте сейчас остановимся. Вот, Саш, ты уже много говоришь, задай какой-нибудь вопрос. Так. По какой звезде люди ориентируются в лесу? Если ну, если они ночью оказались. Да. Я надеюсь, что днем звезды не видно, да? Да. Днем нет. Пока еще мы не дожили до такой погоды. По какой звезде нужно ориентироваться, если ночью вы оказались в лесу. Ночью в лесу? Да, вот вопросик мы уже задали. Дмитрий, давайте продолжать просто, чтобы там дети пока отвечали. Они пока думали, да, да, конечно. Хорошо. Да. Итак, небольшие, немножко вещей, которые входят в маленькую сумочку, вот мы их с собой берем. Мы знаем, что если мы потерялись, они нам могут понадобиться. Вещи совершенно разные. Я даже вот готов с вами поспорить, что вы не назовете все вещи, которые вот есть в этой сумочке. Но ведь когда кто-то идет в лес, он же не думает, что он обязательно непременно потеряется. Он не думает, но мы поэтому советуем вам взять что-то с собой. А вот зачем туалетная бумага? Ага, сразу вопрос уже такой. У нас, кстати, есть ответ на предыдущий вопрос, да, про полярную звезду. Саша, общайся. Привет. Как тебя зовут? Маргарита. Сколько тебе лет? 14. Из какой ты школы? Из 70-й. По какой звезде ориентируются? По полярной. Правильно. Ответ правильный. Ну что, Маргарита, что ты хочешь получить? Книгу или приглашение куда-нибудь? На музей в Арктику там. На музей мороженого? Ага. У нас еще освободено это, Ева, да? Да. Все отлично, тогда не клади трубочку, Маргарита, тебе объяснят, как получить приглашение в музей мороженого. А мы давайте продолжим про эту вот загадочную сумочку. И, кстати, про туалетную бумагу заодно. Вот вопрос уже был, да? Дмитрий, вот, ну... Я не знаю, может быть, давайте спросим наших радиослушателей, зачем туалетная бумага нужна в лесу? Ну, хорошо, вопрос, Дмитрий. В принципе, Дмитрий, ответ логичный. Зачем нужна туалетная бумага в лесу? Не... Давайте мы свои версии пока оставим, ответ, дети подумают ответ сами. Ответ логичный, но есть еще нелогичный ответ. Да, то есть, не будем же мы дерево закидывать туалетной бумагой. Давайте пока к другим вещам перейдем. Тут же много всего лежит, да? Вот и сумочка загадочная. Давайте попробуем. Итак, вы пошли в лес. Вначале, конечно, яркая одежда, чтобы вас было видно. Ну, вы заблудились, вы понимаете, это обязательно. Как грибы? Как грибы, конечно, чтобы вас было видать издалека. А сотовый телефон? Обязательно. Заряженный? Да. Заряженный. Обязательно. И, наверное, желательно в игры в нем не играть в лесу, чтобы не высаживать и не разряживать. Нет, но если ты занимаешься собиранием грибов или каких-нибудь ягод, то, конечно же, ты не будешь играть. Да. Ну, может быть, ты фотографировать их захочешь, тоже будешь высаживать, рассаживать батареечку. Ответ уже. Ответ уже есть? Вот отличный. Давайте. Отличный. Миша? Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ульяна. Сколько тебе лет? Мне 12. В какой школе ты учишься? На ГГ.
ВГГ. И какой ответ? Что? И какой ответ на вопрос? Туалетная бумага для гигиены и чтоб костер зажигать. А еще зачем? Фильтр для воды, я считаю. Фильтр для воды, ну, тоже, в принципе, может быть. А вот еще для чего ее можно использовать? Вот если ты заблудилась, что ты с ней будешь делать? Палетки на деревьях. Молодец. Правильно, молодец, отлично, конечно. Это очень удобная штука, чтобы на веточке наматывать. Она не улетит никуда. И люди, если будут тебя искать, они по этим следам тебя найдут. А если птицы склюют? Птицы туалетную бумагу вряд ли. В лесу летом птицам есть что есть. Да. Ну, Миша, спрашивай дальше. Про призы уже пора спросить. Человек правильно ответит. Какой приз ты хочешь получить? Есть ли Киномакс? Киномакс есть ли? Киномакс? Нет, нет, Киномакс не называли. Есть спектакли, да? А можно тогда книгу? Книгу тогда... Ева, огласите список книг, пожалуйста. Хорошо. Холли Веб, «Котенок, фиалка или коробка с сюрпризом» 6+. Энциклопедия «Животное России» 6+. Генри, «Вождь краснокожих» 6+. Энциклопедия «Змей» 6+. Приглашение... Ой, это все, уже... Все, книжки все, да? Уже не книга. То есть последний был «О Генри, вождь краснокожих». Да. Ну, веселая книжка. Что выберешь? «Вождь краснокожих», конечно, очень веселая, очень повесть, веселая. Да, очень веселая, очень смешная. Но она не про тех, кто заблудился в лесу. Там люди в другой ситуации заблудились. Отлично. Ну что, мы продолжаем. Про туалетную бумагу мы поговорили, ответ мы получили. Можно я задам вопрос? Конечно, ну нужно. Что делать, если ты потерялся на людной площади? То есть не в лесу? Нет. А среди большого города? Да. А, кстати, тоже ведь, да? Тоже, тоже ведь. Да. И я думаю, ничуть не реже, наверное, даже теряются, может быть, в наше Орать время. Орать, мама. Много ли ты проорешь на людной площади, кто тебя услышит? Ну, в общем, вопрос задан, слушатели. Что делать, если вы заблудились, потерялись на людной площади в центре города, может быть, даже, может быть, незнакомого? Пусть отвечают не мы. Отвечать будем не мы. А мы продолжим про то, про лес. Про вот лес. Про эту загадочную сумочку. Эту загадочную. Давайте я ее буду открывать потихоньку. Значит, а я буду рассказывать, что люди должны видеть там. То, что должны видеть. Хорошо. Водичка. Ну, водичку мы видели. Так. Вот такая вот вещь. Свисточек. Свисточек. Обязательно. Свисток это... Ну, неужели так тихо? Нет, я просто не страшно. Ну. Вот. Это уже нормально. Говорят нам, если потерялся, свисти. Правильно. Ну, только свистеть-то можно и так вот, да? Но ты так долго не просвистишь. А свисток чем хорош, что можно долго-долго-долго свистеть. Долго-долго свистеть. У нас ответ. Я уже слышу у нас ответ. Кто у нас? Ева? Да. Твоя очередь? Принимай звонок. Привет. Привет. Как тебя зовут? Настя. Сколько тебе лет? 11. А в какой школе ты учишься? В ВПГ. Вятская православная гимназия, да. Какой же ответ на мой вопрос? Стоять на месте. Ну, это правильное начало. И что еще делать? Или подойти к полицейскому или охраннику. Да. Охранники люди. Но лучше еще родителей позвать. Нет, ну а обычно нету охранников полицейских. Ну, по крайней мере, надо стоять на месте, это точно совершенно. Потому что иначе беготня начнется, да? Если ты потерялся недавно, то родители будут искать тебя там, где последний раз тебя видели. Ну, чаще всего так и бывает. Вот я как родитель точно так бы поступил совершенно верно. Ну, правда, я знаю, что этот на месте стоять не будет. Миша, иди здесь. Проверять будем. Ну что, ответ правильный? Ответ правильный. Да. Ответ правильный. Какой приз ты хочешь? Книжку. Перечисли, что осталось у нас. Энциклопедия. Можно, пожалуйста, энциклопедия животных? О, конечно, энциклопедия животных. Змей или животное России? Животное России, я думаю. Животное России, конечно. Хорошо. Кто ж про змей-то попросит? Я! Вот так вот. Отлично. Ну, я сделаю маленькую паузу. Я тоже свой вопрос пока задам, чтобы у вас что-то было в эфире, да? Вот такая история. Маша и Витя пошли в лес за ягодами, да? Маша собирала ягоды, пела песни. А Витя, чтобы тоже музыку любил, да, взял, надел наушники, и комаров заодно не слышно, и тоже собирал ягоды. Вот у кого, у Маши или Вити, больше шансов встретиться с медведем? У Вити. А ты не отвечай. Отвечать будут слушатели. То есть Маша поет песни, а Миша сидит в наушниках. Кто из них имеет больше шансов встретиться с медведем? Кто ответит, получит на следующий приз. Пусть вариант. Не надо, вариант твой забыли уже. Поехали дальше после свистка. Свисток, да, мы понимаем, что его лучше слышно в лесу. Вот, ну, следующий вопрос потом я задам, что еще слышнее в лесу. Ага. Так, ну, твой фонарик. Ор. Фонарик, например, вот такой вот, да? О.
Это мало ли вдруг дождетесь ночи, чтобы светиться, да? Или если на тебя кто-то нападет. Вот такая вот вещь. Ручка. Это что? Это маркер. Маркер. Ну, это не совсем ручка. На туалетной бумаге писать? На туалетной бумаге можно написать. Я туалет... там. Да. Ну, чаще... Хотя бы просто написать, кто я, чтобы видели, кто это. Кто я, туалет, да, кто намотал, я. Да. На дереве указать стрелочку. Я иду туда. Написать я Ева тот, кто... и стрелочку. И число, время, когда ты. Может быть, в это время 10 детей потерялись. А кто-то и Еву ищет, кто-то Сашу ищет, кто-то Мишу. А тут будет написано Ева, иди туда. А какой дурак пойдет в лес один? Ну, ты знаешь, разные случаи в жизни бывают. Я не иногда пойду приходится. В лес один. Ну, иногда, я иногда хожу один. Вот. Вот. Это бывает нормально, тем более, что у тебя лес вообще рядом. Так, пауза у нас есть. На мой вопрос, видимо, есть ответ. Значит, я буду говорить тогда сам, да? Здравствуйте. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. А как вас зовут? Витя. Витя? А сколько тебе лет, Витя? 8. 8 лет? А ты в какой школе учишься? 70-й. А ты в лес часто ходишь? Сейчас я во вторую школу. Да? Да. Ладно, хорошо. Ну, кто же встретит медведя-то? Витя или Маша? Витя. Почему? Потому что это я. Потому что он не услышит. Ну, во-первых, конечно, он не услышит. Он, да. А во-вторых, вот пойми он правильно. Он в наушниках. Да. Правильно. А во-вторых, медведь его не услышит, да? Медведи же, да, они тоже очень осторожные животные. Они же не пойдут туда, где конкуренты, да? Зачем он туда они идти? Боятся. Они на всякий случай, они людей не любят. Это что, надо пореветь на медведя, и он уйдет? Нет, если ты с ним встретился, там уже другая ситуация. Да. Но для того, чтобы не встречаться, то лучше звуки свои подавать. В общем, ответ совершенно правильный, ответ правильный. Что ты хочешь получить, какой приз? Энциклопедию. А какая у нас осталась энциклопедия? У нас есть энциклопедия змей. Змей. Про змей? О, это... Ну, с другой стороны, надо знать змей, конечно. Змей, да, надо, змей знать. Надо знать. Ну, да, я думаю, до этого мы еще, до страшного мы еще дойдем. Витя отвечает на вопрос, кто потеряется, Витя или нет. Ну, что делать, если его Витя тоже зовут. Все, не клади трубочку, тебе расскажут, как получить эту энциклопедию. Витя, походу, сам терялся, когда? Да. Ну, а почему нет? Это бывает. Вот смотрите, у нас с много Машей ли... и в наушниках. Много ли здесь нас сидит людей, а вот один из нас, как минимум, уже терялся в лесу. Да? Вот уже. Так что довольно-таки регулярная ситуация. Можно я снова задам вопрос? Конечно, нужно. Для чего в лес нужно брать свисток? Для чего в лес нужно брать свисток? Ну что ж, хорошо, вопрос на внимание, скажем так, да? Да. Те, кто нас уже слушали, те должны уже будут как-то отвечать. Дмитрий, давайте из чудо-сумки доставать следующий предмет. Достаем. Спички. Ну, дети, не игрушка. Спички, понятно, для чего. Так, слушай, да. Спички-то еще какие замечательные. Ну, это хозяйственные. У меня нет с собой, у меня есть вечная спичка, которая зажигается. Это как? Ну, там есть бензин немножко, и зажигается кремний с кресалом, и она... То есть, в принципе, это как бы какой, как факел такой бензиновый, только его ну, всякий раз можно зажечь. Да, но его можно зажечь и разжечь костер. А именно вот лучше спички или все-таки зажигалку брать с собой? Пожалуйста, можно взять и зажигалку. Так, и то, и другое. А лучше и то, и другое, да, для верности? Лучше и то, и другое. Немного места занимает, но пригодится всегда может. Так. Самое любимое то, что любят всегда дети носить с собой. Это батончик. Правильно. Шоколадный батончик, шоколад, потому что шоколад всегда поддерживает. Восполняет очень много энергию. Сил. Да, восполняет энергию, правильно. И вы, мало ли, проголодаетесь, хоть что-то съесть. Конечно, кто чувствует, что он потеряется надолго, лучше с собой много взять батончиков. Тот, кто специально идет, чтобы потеряться, да? Дело в том, что батончика одного хватит только на 2 часа энергии. Правильно. Ну, на 2 часа хватит. Ну, на 2 часа хватит. У нас ответ был. Как раз за 2 часа потеряешься. Плюс этикеточку оторвали, бросили даже. Да, и опять же след оставили. Опять след оставили. Так, Миша, у нас там есть правильный ответ. Отвечай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лиза. Сколько тебе лет? Мне 11. И какой ответ на вопрос? Свисток нужен, чтобы родители тебя нашли, и ты не потерялся. Правильно. Но ведь можно, в принципе, смотри, Лиза, можно ведь просто кричать там, я здесь, или там, ау. Чем свисток лучше? Голос сорвешь и громче. Все такие умные, не дали Лизе ответить. Ладно, Лиза, ответ совершенно правильный. Какой ты приз хочешь? Я хочу книгу. Ева, объясни, какие у нас есть книги еще? Холли Веб, «Котенок, фиалка или коробка с сюрпризом», 6+. Также энциклопедия «Чудеса света». «Чудеса света». Можно энциклопедию «Чудеса света». Сегодня все энциклопедии разбирают. А что котенка-то не хочет никто брать?
Ну, котенка, погоди, на любитель на котенка найдется уже. Моя сестра хочет котенка. Так, ну что у нас, пусть значит, звонит. Лиза, не клади трубочку, тебе объяснят, как получить книжку. Забрала билет. А мы сейчас, ребят, сделаем маленькую-маленькую паузу. Угу. Послушаем песенку. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ну что, мы возвращаемся в студию. Ведущий по-прежнему нашей программы, у нас программа «Открывашка», ведущая по-прежнему, меня зовут Николай Голиков. Помогают мне вести программу сегодня Ева Кравцова. Привет! Привет, привет, Ева. Миша Голиков. Привет. Привет. Саша Копылевич. Мяу. И у нас сегодня в гостях специалист по выживанию и по поиску тех, кто все-таки вдруг потерялся в лесу, Дмитрий Колодкин. Это волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Альвер». Дмитрий, еще раз добрый день. И вновь доброе утро, да. И мы продолжаем доставать из нашей сумочки, которую, по идее, каждый должен бы взять с собой в лес, когда собирается туда, разные доставать интересные предметы. Органы сумки. Хорошо. Так. Следующий предмет, ну, детям, опять же, тоже не рекомендуется. Вот так откроется. Если... Ножик. Да, это перочинный ножик. Обычный. Ну, мало ли, веточки отрезать, колбаску порезать. Каждый... Если в сумочке там колбаска тоже батончик есть? Батончик. Батончик порезать на кусочки, чтобы растянуть себе удовольствие. Хорошо, сложим его обратно. Ну, обычно же получается так, если люди, например, идут за грибами, то ножик у них есть. Хорошо. Как правило. И вот такая вот вещь, которую все-таки мы советуем с собой взять. Сыр. Нет. А похоже. Очень похоже. Крекеры. Чипсы. Еда. Еда. Нет, это не еда. Это спасательное покрывало. Что-то оно маленькое. Оно маленькое, но когда его развернешь, оно 1.60 на 2 метра. А оно из чего сделано? Это фольгированная какая-то ткань такая интересная. Вот. То есть она не промокает? Она не промокает, она сохраняет тепло, отражает солнечные лучи. То есть в любом случае ночью завернулись в него, вы сохраните тепло. А оно блестит? Оно блестит. Блестит. То есть еще и видно вас будет, когда вы спите. Ну, не будем же мы сейчас его разворачивать. Нет, сейчас не будем, тем более она в цельной упаковке. Ну, понятно. Потом полезная будем. Штучка. Хорошо. Ну, тут есть еще кое-что. То, что для комаров, это понятно. Точнее, от комаров, наверное. От комаров. Ага. Обязательно. Водичка. Водичка. А зачем в лесу? Ведь можно воду найти. Ну, нежелательно воду пить в лесу. Всякое бывает. А вдруг она грязная, отравишься, да, потом умрешь прямо в лесу. Как и это то, типа, что мы находим в лесу, тоже есть не очень желательно, если вы не знаете, что это такое. Ну, а если белый гриб, ты его взял, пожарил? Если брусника. А если это малинка? Вот. А если это волчья ягодка? Да. Вы все знаете. А если это комар? Хорошо. Комар-то он вполне съедобен. Думаю, комарами еще никто не отравился.
Хорошо. Вот. Ну и вот такая вот вещь, да, вы, наверное, все знаете, это компас. Компас. Мне кажется, с нее можно было просто начинать. Конечно. Потому что если вот посчитать, сколько людей спаслись в лесу, то мне большинство, мне кажется, благодаря компасу. Ну, если взять мобильный телефон, то у тебя хорошо. Компас. То он просто разрядится. Mm-hmm. Да. Давайте я еще один вопрос задам нашим радиослушателям. Вот если нет компаса, день, почему можно ориентироваться еще в лесу? Мох. Это слушателям вопрос. Слушателям. Да? Я сразу говорю, слушателям. Ребят, я знаю, что хорошо. Вы... Хорошо. Они же торопятся ответить, да, они конечно. Все знают. Ну, вы все призов-то не получите, вы зря торопитесь. Итак, значит, если у вас нет компаса, да? Да. То днем как определить сторону света в лесу? Сторону света в лесу. Да, определить. Чтобы понять, где тут север, где тут юг, где тут запад, где восток. Хорошо. Вот, хорошо, вопрос задали. Вот это мы все с собой взяли, да? Так. Ну, может быть, как-то, не знаю, есть какие-то правила, чтобы все-таки вот не пришлось это применять. Ну, как вот правильно двигаться вот в этой незнакомой местности, чтобы просто не заблудиться? По просекам? Да, можно двигаться по просекам, если они есть. Если они есть. Но чаще всего я же говорю, что лес у нас это страшное место, где привидения водятся. Заброшенные тропинки. Вот, и зайти куда-то очень легко. Скажем, если есть болото, вы все время будете двигаться вокруг болота и ни на шаг от него не отойдете. Потому что... Можно упасть же в болото. У нас веселая музыка в эфире. Немножко так это подскочило, вот, да. Да. Поэтому, смотрите, болото – это открытое место, там же не растут деревья, они чаще всего засыхают и погибают. Угу. И поэтому, когда вы идете, видите свободное пространство, вы стараетесь идти на него. Угу. Подходите, сыро, пройти нельзя, вы отходите, снова где-то разворачиваетесь, опять видите открытое место, и вот так вот ромашечкой вокруг болота вы можете ходить. Целую жизнь. Целую жизнь. Но лучше всего всё-таки... А потом ты возьмешь, построишь дом у болота и заведешь лягушку какую-нибудь. Молодец. Но если все-таки вы заблудились, первым делом что вы делаете? Орёте во всё горло. Нет. Нет, берем свисток, свистим и одеваем покрывало, чтобы нас было видно как звезду. И жилет этот отражательный. Так, давайте сделаем паузу. У нас есть человек, который ответил на ваш вопрос, Дмитрий. Кто у нас отвечает, обработает сейчас? Твоя, Саша, очередь. Да. Саша, принимай звонок. Привет, как тебя зовут? Надя. Сколько тебе лет? 10. В какой школе учишься? 22-й. Как дела? Хорошо. Какой ответ на вопрос? По солнцу. По солнцу. Можно по солнцу. Еще почему есть можно? Есть еще варианты. По муравейникам. Ну, это слабо, но можно попытаться. Ну, можно, да, попытаться. По мху на деревьях. Это не работает уже. Не очень. Вот насколько мы уже выяснили, мох на деревьях не работает. Он в лесу растет. Мох лоси съедает. Со всех сторон растет. Со всех сторон. Да. Сейчас у нас такая стала погода, что мох растет уже со всех сторон. Ну, в Кирове антицикл. Но по солнцу вопрос абсолютно правильный. По солнцу ответ абсолютно правильный. Правильно. Так что... А можно мне тоже вопрос задать? Подожди, давай сначала мы приз дадим за правильный ответ. Ты хочешь книгу или приглашение? Книгу про котенка. Вот. О, а кто-то переживал, что книга про забрали. Котенка. Вот, котенка забрали. Не клади, пожалуйста, трубочку, тебе объяснят, как книжку про котенка получить. А еще я сразу должен сказать, что у нас число книг немножко в студии выросло. Есть. Девочка, у нас появилось две книжки новые. Это Виталий Зарапин. «Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опыты на отдыхе». Вот. А вторая? Вторая книга. Просто очень красивая книга. Фрэнсис Бернетт. Таинственный сад. Таинственный сад. Так что есть смысл отвечать на наши вопросы. Так, кто у нас сейчас вопрос задает? Михаил? Давно не спрашивал, спрашивай. Зачем нужно брать в лес пакет для мусора? А какой пакет для мусора? Ну, желательно яркий. Яркий пакет для мусора зачем брать? Да? Так, вот такой надеть. Вопрос для наших слушателей. А мы пока продолжим вот насчет болота-то, к которому мы пришли и ходим вокруг. Как же все-таки сделать так, чтобы вокруг болота не ходить? Чтобы вокруг болота не построить ходить. Построить дом и жить в этом доме. Так, Слив. Версию хорошо, уже прослушали мы. Это, да. Хорошо. Итак, вы заблудились, вы поняли. Я заблудился. Что делаем? Первым делом мы останавливаемся. Мы никуда дальше не идем. Можно отойти, если поискать место для ночлега, например, подготовиться, если это уже вечер. Можно поискать место ручей с чистой водой, чтобы мало ли попить, недалеко уходить. Святой источник. Да, но мы никуда не идем, мы стоим на месте. Если у нас есть телефон, мы сразу набираем номер папы, мамы. Папа, мама, я заблудился, если я в лесу. Если связь есть. Да, или если по есть номеру какой-то. Вот. Или да, номер сказали, да. 8 800. А дальше? 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3. Нет, 8 800 700 54 52. Но лучше, конечно, набрать... 700 54 52, да, кстати, лучше набрать
112, конечно. А полиция уже свяжется с нами. И, конечно, к вам тут же вылетит отряд спасателей, поисковиков. У вас звонок, что ли, дороже? На вертолетах, что ли? У нас звонок бесплатный по всей России. Хорошо. А если у тебя денег нет на телефоне? Тоже дозвонить? 112 ты должен позвонить. 112 все равно. 112 без симки работает. Да, даже, по-моему, вообще можно позвонить. Миш, кстати, насчет звонков. На твой вопрос, по-моему, уже ответили. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Саша. Сколько тебе лет? Мне 12. В какой школе ты учишься? 10-й. 10-й. И ответ? Зачем брать надо с собой? Надо вешать пакет на дерево и ходить вокруг него, чтобы не заблудиться. Так, то есть как ориентир его использовать, да? Да. Чтобы все время ходить не дальше того, вот место, что видишь вот этот пакет, и дальше не отходишь, да? Да. Вот. Возможно. Возможно и такой вариант. А может быть для чего-то еще пакет для мусора яркий нужен в лесу? Вот подумай. Чтобы тебя спасательно нашли, если ты потерялся. Да. Или да. Мусор собирать в батончик. Ну и заодно можно еще и мусор за собой собирать. Зачем в лесу мусорить, да? И на самом деле яркий пакет, вот даже вот если нет вот этого чудо-покрывала, да? Чудо-покрывала или чудо-жилетки. Да. Залез в пакет и спишь. Ну, по крайней мере, прикрылся этим пакетом, если спать лег, да, и тебя увидят, ты яркий. Правильный ответ, если Миша? В нем нет мусора. Ну что, давайте тогда спрашивать про призы. Я хочу книжку. Так, у нас осталось ровно две книжки. Это либо «Веселые научные опыты», либо «Таинственный сад». «Таинственный сад». Хорошо. Все. Нет, правда, отличная книга и очень красивая книга. А теперь мой вопрос. Задавай вопрос. Сколько этапов в разжигании костра? Так, в разжигании костра сколько этапов? Интересно. Ну, интересный вопрос даже так поставлен. Ну, да? Давайте подождем, что ответят наши радиослушатели. Да, давайте подождем и сами заодно разберемся. А мы пока вот еще говорим к тому моменту, когда мы поняли. Ну, в принципе, да, человек, когда понимает, что он потерялся, начинается обычно паника. Паника начинается. И он начинает куда-то думать, вот я туда сейчас пойду, туда вот точно я туда пойду. Вот. А правильное, значит, поведение совсем другое, да? Правильное поведение, конечно, остановиться, оценить ситуацию, где мы находимся, и прислушаться. Что мы слышим в лесу? Не только птение птиц, там вой животных, да? Лучше вой животных, наверное, не слышать. Вот. Да. Мы слышим, например, дорогу. Далеко ведь слышно, далеко. Но если железная дорога, да. Железная дорога, за 40 километров ее слышно. А если ты глухой? Вот это уже другой вопрос. Ну, глухие вряд ли слушают нашу программу сегодня. Глухие. Она у нас без трудоперевода идет. Глухие с собаками-поводырями, а собака-поводырь точно уже что-то может вывести, да. Может, с собаками-поводырями ходят слепые. Главная опасность, с которой сталкивается заблудившийся человек, это страх. От него не спасаются даже самые стойкие люди. При этом выброс адреналина в кровь оказывается настолько мощным, что человек начинает действовать абсолютно логично сам. Вот видите как. Вот этот страх у нас, конечно, что мы заблудились, что мы не выйдем, мы потеряемся. Но есть люди, которые чувствуют себя вольготно в лесу. Ай, заблудился, ну и ладно, сейчас выйду. Еще веселее будет жить, да. И уходит. Лягушку заведет, построит на болоте. Обязательно. Лучше на болоте. На болоте. У нас нет ответа. Да, есть ответ. Лучше вместо болота. Ответь, Саша, тогда говори, принимай звонок. Как дела? Хорошо. Как тебя зовут? Катя. Сколько тебе лет? Мне 11. В какой школе учишься? 5-й. Какой ответ на вопрос? Сначала надо набрать сухих веточек, положить их в одно место, ну, сделать кучку и поджечь. А вопрос был немного... Вопрос был, какие этапы? Сколько этапов? А почему сколько этапов? Может быть, сколько угодно. А? Все по-разному костры разжигают. Нет, да. Именно 4 этапа. Нужно приготовить материал для розжига, собрать хворост, потом дрова, и только потом это все поджечь. Ну, это не обязательно так. Да. Все по-разному разжигают костры, очень много способов есть. Ну, это как правильно разжигать костер. И правильных очень много способов, Саш, нет такого единственного. Поэтому, я думаю, правильно ответил человек. Он набрал хвороста, сложил его в кучку, поднес к хворосту спичку. И поджег. И поджег. А потом пошел за бревнышками, пока хворост горит. Можно ведь и так сделать. Но перед этим еще немножко убрал, окопал это место, где костер. Потому что мы как раз к такому важному вопросу подходим, что мы ведь в лесу, ладно, мы заблудились, но мы ведь не должны еще лес там заодно поджечь. Если трава подожгется, то... Вот давайте подумаем, что нужно сделать. Вот важный этап. Я вчера проверял на даче, трава быстро горит. Саша, как думаешь, что нужно сделать, чтобы лес-то не зажечь вокруг себя? Нужно сделать вокруг костра ров, поставить туда костер. Ну, ров небольшой, там где-то... Сантиметр. Дмитрий, вот я что-то не видел. Вы лопату принесли с собой, необходимую в лес с собой взять?
взять. Нет, лопату я не принес. Ну, руками-то можно откопать. Ну, можно, да, снять дерн. Вот ножик есть, ножиком можно аккуратно подрезать и снять дерн, отложить в сторону, перевернуть его, потом обратно также положить на место. А какой происходит наш слушатель? Точно. Книга или приглашение? Приглашение. Куда? А что есть? Приглашение на посещение собачьей деревни Мохнатия. Это без ограничений приглашение на спектакль «Волшебное колечко» 6 июня, 6+. Приглашение на спектакль «Вечный двигатель» в Кировском драматическом театре 5 и 7 июня в 10.30, 0+. Тогда можно книгу? Книга у нас осталась одна. Веселые опыты. Для детей и взрослых. Будешь кидать травинки в костер, как я. Можно такую? Что? Книжку. Книжку, да? Да, книжку. Ну, все отлично, ну, тоже. Не клади трубочку, тебе расскажут. Ну, что, мы раз уж к костру перешли, у нас вот еще такой момент возникает. Вообще, ведь мы в лес-то пришли, понятно, мы-то хотим спастись, но ведь мы как бы еще и должны себя вести так, чтобы и лес-то вокруг нас не особенно пострадал. Особенно если ездишь на рыбалку куда-нибудь далеко, то есть можно какие-то уху вот такие, Дмитрий, правила поведения, вот, чтобы вокруг нас хуже не стало от того, что мы там заблудились? Честно сказать, правила это они стандартные, то есть мы не окапываем костер всегда, над нависшими деревьями ветками мы его не разводим, да, потому что если костер большой, может дерево загореться. Но если, конечно, загорелось, это уже страшное дело, лесной пожар, очень вообще потушить всегда тяжело. У нас, знаете, по стране много чего горит. Так у нас и в области постоянно каждый год. В Орлове квартал горел. Это плюс еще и дымовая завеса, которая дым, да, угарный газ, можно надышаться и плохо станет. Но мы вчера ехали мимо леса, и там пожар был. Вот как, вот как. Вот. Хотя, с другой стороны, конечно, если там дерево загорелось, может быть, тебя быстрее найдут. Могут, да. И найти. И польют водой сверху. Да. Но после тебя там еще будет столько всякой. Для этого есть специальное покрывало. Будет как звезда. Так, ну что, у нас что-то вопроса нет никакого, да? Кто готов? Можно я? Конечно, Ева. Ты про костер спрашивал. Что нельзя делать, если ты потерялся в лесу? Что нельзя вообще делать, да? Нельзя самоубиваться. Поздравляю. Вот вопрос конкретный. Что нельзя делать, если ты потерялся? Да? Все, хорошо, вопросы. Ну, вариантов есть много, у меня один понятно. Вариант. Нет, ну, вариантов, конечно, вариантов много есть. Но мы послушаем их. Тысячи и миллиарды. Да. Итак, хорошо, давайте мы заблудились. Что дальше происходит? Вы позвонили, вам сказали, все, жди. Что вы дальше делаете? Вы едим батончики с огромной скоростью. Ну хорошо, ну смотри, вот, а если батончик кончился дальше, что мы делаем? А достаем следующий батончик. Смотри, вот вы в лесу. Понятно, что там все забегали, папы, мамы забегали, полиция забегала, позвонили в спасательный отряд. То есть все с ума сходят, да? Да, все ходят по лесу и начинают звать по имени, да? Саша, Саша, что ты будешь делать? Я буду свистеть свисток. Говорят, если потерялся, свищи. Но я и буду свистеть. Свистеть, правильно. Свистеть, отзываться. Я тут. Я тут. Но есть еще один способ, который очень... Но я не Саша. Одеться как звезда, взять фонарик, посветить на себя, и будут лучи везде. Хорошо. Это ночь. Это ночь. Если тебя до ночи не найдут. Хорошо. Но есть еще один способ, чтобы вас было очень хорошо слышно в лесу. Вы берете большую палку и по дереву, вдоль дерева, вы по ней стучите. Звук дерево в лесу, вот стук, очень хорошо слышен. И а люди, которые вас ищут, конечно же, будут идти. Если есть пистолет, то можно стрелять. Можно стрелять, но не так пистолета часто. Я в этой сумочке не видел. Да я не думаю, что у тебя пока еще ну, есть если, пистолет. Если ты возьмешь и начнешь стрелять в небо, то на тебя повалятся птицы. Но если мы с папой пойдем на охоту, то у папы есть ружье. Это уже будет еда, если с неба птицы повалятся. Я без Ева, папы не хожу. На твой вопрос уже есть ответ. Принимай звонок. Привет. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Коля. Коля, а в какой школе ты учишься? В ГГ. А сколько тебе лет? 10. Ну что, какой твой ответ? Я считаю, что нельзя паниковать. Ну, правильно. А еще что не стоит делать? Ну... Отрывать себе части тела. Это, по-моему, даже здесь в студии не стоит делать, не только в лесу. Да, это везде не стоит делать. Коль, а что еще? Вот, что еще не надо делать? В кустиках можно. Ну, еще нельзя, например, совсем отчаиваться и уже просто даже не думать о спасении.
И не думать о спасении тоже верно, отчаиваться не надо. Нельзя сжигать себя в костре или траву поджигать. Ну, траву поджигать вообще никогда нельзя, не только когда ты потерялся. Нет, ну а вдруг там есть одна травинка и везде пустыня, ее можно же поджечь. Да. Хорошо. Поселиться немножко. Нет, все правильно, конечно, отчаиваться не стоит. Вот давайте такая история небольшая, быстро. Почему отряд называется «Лиза Алерт»? Вы знаете? Да. Потому что Лиза потерялась девочка Лиза Фомкина в Подмосковье. Ее искали 10 дней, на 10-й день ее нашли. Но она прожила 9 дней, нашли ее уже погибшей. Перед этим нашли ее тетю, которая вместе она ушла. Вот. То есть и потом после этого уже появился отряд, неравнодушные люди, которые решили, что дети не должны пропадать. А почему «Алерт»? Алерт. Это опасность, по-моему, переводится. Это опасность, да, опасность, в переводе да. Английского. А, опасность. Внимание, а что с тетей? Опасность. Тетя тоже погибла еще раньше. Ладно. А они толстые были или худые? Я не знаю, потому что я там не был. Но понятно, что они погибли от переохлаждения. Вот это основное, что нам надо сохранять, конечно, тепло. Тепло. Для этого есть покрывало. Правильно, звезда. У кого теплая уже что одежда. Есть, у кого-то покрывало, теплая одежда. Ну что насчет призов-то мы как призы, решим? Да. А то Коля ведь ждет. А какие есть? У нас есть приглашение на спектакль «Вечный двигатель» в Кировском драматическом театре 5 и 7 июня, 10:30, 0+. Приглашение на спектакль «Волшебное колечко» 6 июня, 6+. Приглашение на посещение собачьей деревни Мохнати. Поедешь в собачью деревню? Там классно. В соседнее село. Нет. Нет, пойдем на спектакль. Не знаю, на какой даже. Сходи на «Вечный двигатель», это очень веселый спектакль. Да, на «Вечный двигатель». Да, там шумовой хорошо. Оркестр будет, и все, кто приходит на спектакль, тоже участвуют в этом шумовом второй оркестре. Мальчик, так что пошумите от души. Отлично. А ты мальчиков считаешь, да? Да, потому что их обычно много, в этот раз их всего двое. Вот, ну что, мы тогда продолжим. А Миша вообще сегодня молчит. Миша? Это просто, скромный. Может быть, ты немножко больше говоришь, чем он. Да. Он нормально говорит, ты успевает. Ты больше всех говоришь. Ну ладно, мы тоже не меряем, кто сколько говорит. Так, ну что, какой-то вопрос еще зададим? Да, у меня есть вопрос. У тебя есть, Саша, вопрос еще? У меня. Потому что Ева недавно задавала. У меня все всегда есть. У тебя, спрашивай Ева, пока он думает. Ладно, если ты в другой стране, какой язык и какие слова на нем нужно знать? Так, если ты в другой стране, какой язык нужно знать? Если ты заблудился в чужой стране. Ага. Это же самое легкое. И какие слова на этом языке нужно знать? Ну, да? Ты заблудился в чужой стране. Ну, хотя бы минимум. Да, хотя что минимум. Ты будешь есть кричать? Да. Нет, что но есть кричать? Два языка, так, русский секундочку. И второй. Не надо подсказывать. Русский и второй. Русский и второй. Давай не будем подсказывать. То есть просто вопрос. Нас в Испании все по-русски понимали. Да, нас в Испании все по-русски понимали. Нас тоже. А у нас, если по лесу ходишь, то все и по-китайски хорошо понимают, потому что много китайцев вокруг работает. Значит, какой язык лучше знать, да? И какие слова на этом языке, несколько главных, которые нужно уметь сказать, да? Вот так, я правильно понял твой вопрос? Да. Ну все, значит, вопрос уже задан, мы продолжаем о том, как себя все-таки вот правильно вести, в том числе, ведь иногда люди ходят за грибами, а иногда, вот, например, дети ходят в походы. Ой, если ты наберешь грибов, то можно разжечь костер и наесться грибов вместо батончика. Тебе станет плохо. А для этого, наверное, еще надо разбираться знать, в этих грибах. Надо да? знать, какие грибы. Вот ты различаешь грибы? И, да. Мухоморы от красноголовиков отличаешь? Да. Мухоморы — это вкусно. Мухоморы, они не всегда с пятнышками, как вам кажется. Иногда они очень похожи на обыкновенные красноголовики. Я ищу они именно пластинчатые. Белые. Красноголовики трубчатые. А вот это да, это правильно. Я ищу именно белые грибы. Они не всегда бывают белые грибы. Они на пантерные мухоморы похожи. Вот. А пантерные мухоморы — это очень ядовитые мухоморы. А вдруг они зеленые, эти белые грибы? Я а хожу если с они зеленые, то они по-другому называются. Да, наверное, я хожу, это уже, наверное, не я белое, хожу с родителями, родители разбираются в грибах. Так я все правильно, не если я иду с родителями, так я и не переживаю насчет того, как там спасаться и что есть. Есть родители, об этом подумают. Если вот ты один оказался, тут уже очень важно, наверное, разбираться, да? А зачем тебе оставаться одному? Ну, понимаешь, вот вы пошли за грибами, да? Родители пошли влево, ты пошел вправо. Какой-то момент помолчали, а потом отеньки, кричишь, а уже далеко ушел. Нет, у меня у нас так. Я с папой иду вправо, мама с сестрой идут влево. И потом, когда мы встречаемся в одной точке, то мы выключаем двери от машины, чтобы слышать, куда идти. Вот так вот. Такой же. Ну, это значит, недалеко в лес заходим, да? Угу. Потому что по-разному ведь. Иногда, тем более, когда грибник, он же увлекающийся. Нет, ну человек. Если далеко, можно просто сигнализацию включить, она так орёт, и ты подходишь. Понятно. Да. Хорошо. А вот в лесу вот вы гуляете, да? Сколько вы километров можете пройти за час в лесу? За час? За час. Не думали никогда? Да? Не думали далеко никогда. Ли вы можете уйти за час? Если считать мой вес, то где-то километра два.
А как вес? 5 максимум. Ну, вообще, считается, что человек двигается со скоростью 4 км в час. Средняя скорость. Ну, в лесу же мы знаем поваленные деревья, тропинки. Мы все время выбираем дорогу, поэтому... 1,5-2 километра, да, мы можем пройти. Вот. Но когда идет поиск, то есть мы ищем пропавших людей, мы проходим примерно 500 метров в час. То есть мы очень внимательно осматриваемся, мы, конечно... Вдруг человек прикинулся деревом и ждет, пока к нему метров. Вдруг он на дереве сидит. А вдруг человеку стало плохо, вдруг человек спит. Всякое бывает, человек вас не слышит. А вдруг он батончик ест? А вдруг он, да, в это время прячется. А вдруг он съел уже вместе. Я же прячется, чтобы с вами не делиться. Мало ли кто тут еще ходит. Это ну, вообще, сидит на дереве вместе с белкой, ест батончики. Вот это, поиск людей, это ж не поиск грибов. Это как старая труднее. Шутка, что у белок Wi-Fi понимаете, есть. Понимаете, поиск людей, это, конечно, большая организация, очень долго прорабатывалась, наверное, очень много вариантов всяких. Но есть инфорг, который знает всю информацию, есть координатор, который координирует весь поиск. И есть группы, которые называются лисы. Лисы? Лисы, да. Они лиса. Раздут батончики? Нет, это группа, да, в которой от 5 до 7-9 человек. Есть в ней группе старший, который ведет эту группу. И в зависимости от того, кто потерялся, как потерялся, уже ведется поиск. То есть, если человек потерялся недавно, быстро среагировали, мы можем работать на отклик, человек слышит, все. То есть мы, ну, чаще всего кричат девушки, потому что на мужской голос, представляете, сидите в лесу, и рядом бас такой. Есть тут кто-нибудь, и думаешь, да. Ну-ка, ну-ка, проходите. Проходите-ка мимо, да? Вот, вот на отзыв. Я уже на дереве посижу. На отклик работает. Ну, а так, в основном, конечно, на прочес, когда выстраиваются в линию, и квадрат за квадратом постепенно прочесывается вся территория. Вот. А вы промеж собой-то, чтобы не потеряться, сами-то какую-то связь как-то держите? Да, конечно. Для этого есть вот такая вот... Вот, хитрая... вот, наконец-то, и до этих предметов. Рация. Да. У нас дома есть 2 рации, и мы, если куда-то идем, то мы берем с сестрой по рации иногда. Можно общаться, связь. Можно болтать. Говорить, конечно. Да. Это тоже в лесу, кстати, это, между прочим, классная вообще штука. Да. Ну, если сядет батарейка, то... Берите запасные. Это же не просто. А еще если если взять фольгу и батарейки, то можно взять батарейку, обмотать в фольгу и согреть себе руки или еще что-нибудь. Тоже можно. А можно положить под фольгу еще ватку и можно сделать такую зажигалку. Не слышал ватка такого. Ватка загорится. Да. Правда? Да. Ну, а ты пробовала? Нет. Так. Я пробовал. Нет, понятно. Есть еще один такой инструмент, сгорел, которым мы пользуемся. Он называется навигатор. Это навигатор, который у нас в телефонах? Ну, в телефонах они у нас чаще всего слабенькие, которые вот для города, куда-то на поездку. И вообще, а есть GPS вот это. И которые даже в городе может завести непонятно куда иногда. Да. А там в лесу, конечно, мелко все должно быть. Куда-то близко, а в лесу какой навигатор имеется в виду? Ну, я сегодня не принес с собой его. Но навигатор обычный, то есть Garmin, я не знаю, столько названий всяких разных сейчас очень. То есть по нему видно, где ты находишься в лесу. Ты можешь взять по нему азимут, куда выйти. Можешь уменьшить карту, посмотреть, где ближайшая дорога, деревня. Все это видно на нем. Координатом можно где-то координату поставить и идти. Да, и идти прямо. В нем есть и компас прямо все в этом. Ну, у нас есть хороший навигатор. Прибор. Особенно хороший, если берешь навигатор и в какой-нибудь другой город идешь, то можешь просто улицу забить, и какая достопримечательность просто. Он покажет координату, да, и маршрут, и едешь. Мы сегодня туда как-то больше все-таки про лес говорим, да? Да. И в лесу. Через 100 метров поверните направо. Там будет белый гриб. Было бы хорошо. Да, вот. Классно, да. Еще бы говорил, червивый или нет. Ну, конечно. Ну, это смотря как база данных какая. А то идешь 500 метров, а там червивый. Понятно. Червяки-то, они умнее нас. Миша, мы изобрели новое изобретение. А может, червяк это тоже услышал, теперь пополз. И дополз раньше нас. Понятно. Ну что, все ли мы поняли насчет леса? Насчет леса, да? Все поняли. Так, насчет города. Жалко, батончики не растут в лесу. Так, батончики, жаль, не растут, но батончик мы берем с собой, свисток мы берем с собой. Вот эту всю сумочку, которую видели, мы запомнили. Желательно, да? Я думаю, что все, кто нас один слушали, тоже запомнили. Это занимает как... немного да места. Кстати, сумочка совсем небольшая, как дамская почти. Ну, чаще всего мы ходим вот
Такой ну, рюкзак, вот, да, рюкзак-то это более обычный. Да. Это красная сумочка. Это как в крестных ходах. Это аптечка. Тут красная написано, сумочка, это аптечка. Ну, мало ли у вас какая-то болезнь, вот. Аллергия, да. Я и не знаю. Когда человек в лесу, то аптечка, давление. В общем-то, никогда никому не помешала. Это как вчера в крестный ход ходили с рюкзаками. Так, ну, это рюкзак вообще удобная такая штука, да? Кстати, они уже вернулись? Нет, они погоди, идут они на 5 дней. Вот. Ну что, программу надо тихонько заканчивать. На твой вопрос, Ева, почему-то никто так и не ответил. Насчет иностранного языка, видимо, так это подумали. Можно я отвечу? Ответь сама. Нужно знать английский язык. Лучше всего слова mother и father. Ну, мама и папа, и еще да. слова hello, help and how are you. Да, и лучше всего объясняться словами, а не жестами, потому что все наши жесты в разных странах понимают по-разному. По-разному. Тоже надо помнить, да? Могут просто обидеться. Нам покажут, что мы ему привет говорим, а он подумает, что мы его обижаем. Ну, словосочетание двух букв ау, это, ау интернационально совершенно. Интернациональное, да. То есть да. ау... Ну и я думаю, что мы закончим тем, что ребята... Можно конечно, сказать «уай», все подумают. Ребята, лес — это прекрасно. Лето — это время, когда мы ходим за грибами, за ягодами. Давайте всем пожелаем, чтобы никто все-таки не заблудился. Не да? заблудился, вернулся домой живым и здоровым. А вдруг ты эту передачу в лесу смотришь? Чтобы никому наши советы в этом году не потребовались, да? Хорошо. Думаю, на этом мы нашу программу закончим. И до встречи в следующее воскресенье. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».